Темный лорд знает, что я служу ему, Беллатриса. Тогда поклянись, дай непреложный обет. Северус Снег, обещаешь ли ты защищать Драко? Если Драко не сумеет, ты выполнишь за него приказ темного лорда. Клянусь. Черт! Гарри, привет! Привет, Джинни! Гарри, тебя выбрали! Теперь ты наш капитан по квиддичу! А кто, если не ты? Но ты не летал все лето, пора тренироваться. Пойдем, мистер Избранный. Возьми мое метло. Спасибо. Гермиона и Рон тебя ищут. Поговори с ними. Давай! Рон и Гермиона где-то рядом. Увидимся! Четвертую добавку. Я умирал с голоду. Когда ты приехал? Полчаса назад. Рон тебе не сказал? Я хотел, но ты мне рот открыть не даешь. Если бы ты выполнил мамины поручения, я бы и слова не сказала. Мама хочет, чтобы мы избавились от котлов Фреда и Джорджа. Они в гараже. Я помогу тебе. Этот пахнет намного хуже остальных. Ох, зелья от тряски взболтались.
Быстрее! Бросай их в озеро! Ты что? Ни в коем случае! Это безопаснее, чем мыть их. Кто знает, что варили Фред и Джордж? Возможно. Но подумай о рыбе! Я не знаю, что будет, если рыба проглотит приворотное зелье. А ты? Может, они влюбятся в тебя? Гермиона, буль-буль! Я люблю тебя, буль-буль! О да, Рональд, как же ты повзрослел! Гарри, давай избавимся от этих котлов, пока мама не начала орать. Вингардиум Левиоса! Вот бы так после каждого урока зельеварения. Неплохо. Очень неплохо. Отлично! Давайте избавимся от остальных. Вингардиум Левиоса! Отличный бросок! Ты будешь сам объясняться с мамой. Да! Отлично! Теперь мама уже не заставит нас чистить их вручную. А то нас бы ждало веселенькое Рождество. Если бы ты уделил время на изучение чистящих заклинаний... Кому охота тратить время на уборку? Так же гораздо веселее. Что это Малфой задумал? Не знаю, но там за углом Горбин и Бер. Драка, пожиратель смерти. Это обряд посвящения. Зачем, сам знаешь, кому, идиот-пожиратель? Интересно, а что понадобилось Малфою у Горбина и Берка? Ладно, попробую выяснить. Под мантией невидимка, и он меня не увидит, так? Ты иди, мне нужно кое-что проверить. Петрификус Таталус! Вынюхиваешь и подслушиваешь, Поттер? Я видел, как кто-то забрался наверх. Ну, счастливого пути в Лондон, Поттер! А, привет, Гарри. Что ты тут делаешь? Что же ты делал на полу? Я пытался узнать, что задумал Малфой. Я уверен, что он пожиратель смерти. Я был в мантии невидимки, но он, должно быть, заметил, как я залезал на багажную полку. Возможно, он заметил твоих мозгошмыгов. Моих кого? Мозгошмыгов. Он был в спектрально-астральных очках? Через них можно увидеть мозгошмыгов. Я так тебя и нашла. У тебя мозги ими кишат. А, ну да. Пойдем в замок. Мы опаздываем, могут быть неприятности. Ладно, хотя мне страшновато бродить в темноте. Давай-ка зажжем палочки. Что это? Как интересно. Не успели вернуться, и уже какая-то тайна. Подними его.
это значок? Здорово! Интересно, где найти еще такие же? Пойдем узнаем. Пойдем в замок. Мы пропустим тут. Хорошо идти к замку пешком, но было бы хорошо снова увидеть ту страну. Уже три! Можешь начать собирать коллекцию. Пойдем сам. Вингардиум Левиоса! Пойдем в замок, мы пропустим пир. Ищешь бундящих шиц? Сейчас ты их не найдешь. Не сезон. Вингардиум Левиоса! Thank you.
Интересно, что скажет в этом году Дамблдор в своей речи? Ищешь бунтящих шиц? Сейчас ты их не найдешь. Не сейчас. Как вы все знаете, темные силы стремятся проникнуть в замок. Поэтому я согласился с тем, что у нас снова будет работать дуэльный клуб. А теперь поприветствуем... Что у Дамблдора с рукой? ...Слизнарда, вернувшегося на пост преподавателя зельеварения. Должность преподавателя по защите от темных искусств займет профессор Снэп. Почему Дамблдор доверяет этому гаду? Торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Шалость удалась. Одно хорошо. К концу года мы избавимся от Снега. Никто не продержался на этой должности больше года. Я лично буду держать скрещенные пальцы. Может, еще кто помрет. Почему вы не записались на зельеварение, мистер Поттер? Вы уже не мечтаете стать мракоборцем? Мне сказали, что я должен получить в СОВ оценку «превосходно». Так оно и было, когда зельеварение преподавал профессор Снег, а профессор Слизнорд с удовольствием принимает учеников с оценкой выше ожидаемого. Великолепно! Я направлюсь прямо туда. Не хочу учить зельеварение. Я в нем не шарю. Я не знаю, как туда попасть. Половина замка перекрыта мракоборцами. Спросим почти безголового Ника. Он бродит по всему замку и знает все тайные пути. Гарри? Черт возьми! Как настрой? Боевой, я надеюсь? Возьмем кубок по квиддичу в этом году. Да, но сейчас мне нужно в класс зельеварения. Вы не знаете обходной путь? Разумеется, знаю. Идите за мной. С удовольствием вам помогу. Хорошо, хоть в этом году зельеварение ведет не Снег. Интересно, как будет у Слизнарда? Мне пора навестить Виолетту. Может, задержишься здесь и поищешь значок, Гарри? Профессор Снег отличный учитель. Я рад, что учусь на его факультете. Да.
хотя бы одного мракоборца в замке. Мои родители маглы, они не понимают, что происходит. Вот мы и пришли, Гарри. Спасибо, Ник. Мы, гриффиндорцы, должны помогать друг другу. Если что, зовите меня. Чем смогу, помогу. Хотя бы мудрым советом. Я ваш человек, то есть призрак. Иногда я сам от себя умираю. Умираю. Из всех привидений Гриффиндора досталось единственное, почти безголовое. Он нам помог или нет? Гарри, мальчик мой, я уже начал беспокоиться. Извините, сэр, мы опоздали, и, боюсь, Рон и я не захватили нужные книги. Ерунда. Возьмите все необходимое из моих запасов. Простое зелье, которое, думаю, вам пригодится в учебном году. Открываем учебники и варим умастрильное зелье. Гермиона, умастрильное зелье? Мы делали его на четвертом курсе. Делай то же, что и я. Желчь броненосца. Надо попробовать еще что-нибудь. Великолепно! Теперь добавим часть этого. Часть этого. Отлично.
Да, бывают такие дни, когда без этого просто не обойтись. Неплохо, мисс Грейнджер. Гарри, очень хорошо. А теперь приступим к изготовлению зелья от прыщей. Что это? О, Гарри, это зелье изучают на первом курсе. Неужели ты все позабыл? Да, горячая штука. По крайней мере, во время приготовления. Но вы все-таки постарайтесь не перекипятить. Дыра в котле бьет по финансам и здоровью. Червя. Вы неплохо справляетесь. Почти получилось. Не сдавайтесь. Змеиные клыки. Хорошо, что они размолоты в порошок и отбор хозяйки. Иглы дикобраза. Так, тут что-то написано на полях. Красный для новичков, нагревай, пока зелье не станет розовым. Это просто заметки ученика. Если бы это был правильный рецепт, его бы напечатали в учебнике. Да, но попробую следовать этим записям. Не спать, работа серьезная. Совсем неплохо. Не может быть, Гарри. Розовые? Ну да, я должен был... Нет, нет, красный, конечно, базовый цвет. Но розовый превосходно. У вас есть все данные зельедельца. Думаю, вы готовы попробовать что-нибудь посложнее. Например, напиток живой смерти. Я говорил тебе, оно должно быть розовым. Сэр, вы не сказали нам, что находится в той золотой бутылочке. Это Феликс Фелицис,
более известный как напиток удачи. Один глоток, и везение сопутствует вам повсюду. И это зелье будет наградой тому, кто сумеет сварить более или менее пристойный напиток живой смерти. Маленький флакончик удачи. Времени у вас немного, приступайте. Удачи! Давай я тебе подскажу. Нет, спасибо. Мои инструкции совершенно достаточны. Как знаешь. Дремоносные бобы. Почти получилось. Не сдавайтесь. Вы неплохо справляетесь. Чудесно, чудесно. Мозг ленивца. Мисс Грейнджер. О, отлично, Гарри. Вижу, вы унаследовали талант своей матери. Она была мастерицей по зельям. Вот вам приз, как обещано. Флакончик удачи. Используйте его с толком. Валиться мне на месте, Гарри! Ты что, зубрил все лето, как Гермиона? Нет, это учебник, который мне дали. Там на полях есть заметки, я просто делал, как там написано. Ну и зачем тебе зелье удачи? Эту книгу мог взять и я. Но нет ведь, на мой экземпляр явно кого-то стошнило. Гарри Поттер? Слушай, он не обсуждает пророчества. Он не обсуждает, что пишут в пророке. И он не дает автографы. Так что обломись. Нет, тебя просили вступить в дуэльный клуб Гриффиндора в большом зале. Ой, да, спасибо, извини. Все хорошо, профессор МакГонагал просила передать, что за этим портретом есть короткий проход в большой зал. Пароль – знание сила. Дуэльный клуб? Да ты там всех побьешь. Как и любой участник ОД. Пойдем посмотрим, кто из них вступил в клуб. Сила. Чистая правда.
закрыта. Точно! Дверь же закрыта! Одну секунду. Можно было бы и постучать. Не можешь открыть дверь, так? О, спасибо. Очень мило с вашей стороны. Спасибо, Ник. Ерунда. Если что-нибудь будет надо, зовите меня. Что угодно, в любой момент. Похоже, Ангус Мэтлок тут главный. Давай спросим его, что нам делать. Получили приглашение в дуэльный клуб. Да, ты нужен нам, Гарри. Дамблдор снова открыл клуб. Не хотелось бы, чтобы Слизерин нас победил. Что я должен делать? Покажи нам пример дуэли, чтобы другие поняли, что это такое. Для тебя это проще простого. Ты же будешь сражаться не сам знаешь с кем, а просто с другим гриффиндорцем. Хорошо. Начнем с самого легкого. Наложи на Рона заклятие «Остолбеней». Готов? Давай на счет три. Раз, два, три. Давай! Остолбенеть! Отлично! Ого, Гарри! Для меня большая честь наблюдать за тобой. Ты великолепен! Так, первокурсники, внимание сюда! Гарри покажет нам, как уклоняться от удара. Рон, ты нападаешь. Гарри, ты уклоняешься. Отлично, Гарри! Кроме уклонения... Эй, ты, не отвлекайся. Переходим к экспеллярмусу. Очень полезное заклинание, если нужно быстрее закончить дуэль. Гарри, покажешь нам? Давай, Гарри, покажи нам экспеллярмус. Покажи еще раз. Я хочу, чтобы все усвоили урок. Давай, Гарри, покажи нам экспеллярмус. Экспеллярмус требует скорости, иначе противник успеет отразить удар. Отлично, Гарри. Готов? Рон, теперь можешь сопротивляться. Бой проходит в три раунда. И пусть победит сильнейший! Давай, Гарри, покажем им, что такое настоящая дуэль. Леди и джентльмены, мы наблюдаем дуэль за право вступить в дуэльный клуб Гриффиндора. Слева — Рональд Уизли! Давай, Рон! Справа — мальчик, который выжил, который сражался с... Сами знаете с кем. Возможно, избранный мальчик-легенда Гарри Поттер. Субтитры
Наш победитель – Гарри Поттер! Молодчина, Гарри! Я с гордостью принимаю тебя в дуэльный клуб Гриффиндора! Приходи на тренировки, когда захочешь. На доске объявлений можно записаться на дуэли. Привет, Гарри. Дамблдор просил передать тебе вот это. Ну и что с тобой опять случилось? Мы дрались на дуэли. Можно же все поправить за 2 секунды. Дамблдор пишет, ему нравятся кислотные леденцы? Что? Это пароль. В этом году Дамблдор будет давать мне частные уроки. Может, он хочет научить тебя каким-нибудь суперсильным защитным чарам? Ну, из-за пророчества. Пойдем, Рон. Я помогу тебе с домашним заданием по защите от темных искусств. Ну, да, давай. Люмос. Привет, ребята!